HSBC и РСВО. HSBC в белой форме, РСВО в красивой форме фиолетового цвета. И сразу такую хорошую комбинацию придумали. Здесь, правда, был рикошет. И угловой. РСВО. Сегодня уже два матча команда провела. 1-2 потерпела досадное поражение от Русал, но зато переиграла Зарубежнефть со счетом 3-0. Так что может продолжить сейчас свое победное шествие. Ну, два матча в туре нужно выигрывать. Брец. Мяч потащил, вынужден остановился, но продолжает движение по бровке Горнушевский. Катает мяч HSBC. Пока не обостряет, просто катает. Строганов. Выход один на один, но что здесь? Желтую карточку Луковникову. И штрафной. Крицкий бьет, и мяч мог пройти действительно между игроками. Строганов. Петров, Строганов. Крицкого здесь действительно опасно делать передачу. Сыграно-то уже немало. 4 с лишним минуты. И все еще без забитых мячей. Такая достаточно равная, спокойная игра. Есть ощущение, что РСВО не на 100% своих возможностей пока выкладывается. Пытается пока забить и контролировать, в принципе, игру малыми силами. Так что, если сейчас HSBC удастся забить, мы увидим потом совсем другое продолжение. И в HSBC хорошая сейчас для этого возможность. Есть штрафной. И на самом деле комфортное расстояние до ворот. Здесь можно придать хорошее вращение мячу, и он успеет закрутиться. В принципе, это как раз и пытался сделать Габарец. Может быть, даже мяч летел в ворота. Вратарь получил небольшое повреждение. Луковников не лег ему мяч на ногу.
Здесь фулл атаки Карнаушевского. Петров мяч тащить не стал, отдал Строганову. Карнаушевский в отборе. Строганов сегодня не лучший свой день проводит. Да, он сегодня забил хороший гол, но... Но потом успехами не отличался. Несколько моментов. Но в некоторых моментах действовал не очень правильно. В том числе и сейчас. Следующий свой матч будет пропускать Строганов. Три желтые карточки у него. Здесь в районе шестиметровой никого. Шаг назад, пожалуйста, на синюю поставьте, пожалуйста. Вот здесь допустимо, да, играть. Играем. Раз. А что-то сипа момент и тащит Черемухин. Да, в целом РСВО контролирует игру, но счет-то до сих пор не открыт. Значит, все, что было сделано до этого, никакого значения не имеет. Но еще Строганов продолжает сидеть на желтой карточке. Строганов. Петров. Ну, что, ждал подключения товарища или чтобы против него свалили? Строганов. Прострел и везет. Мяч заходит в сетку. 1-0 РСВО впереди. Правил, но нет времени на штрафной перерыв. Десять минут еще играть РСВО и HSBC. РСВО в концовке забили, вышли вперед 1-0, но во всем остальном игра была абсолютно равной. Петров.
Хорошо, сам пошел. Неожиданно для оппонентов здесь попадание мяча в перекладину. Петров. Главное, мяч сопернику не подарил. Борец. Вот оставили против Габарца Петрова, и рискованно это занятие. Все-таки люди разных габаритов. Тяжело играть кого-нибудь высокорослого бы еще все-таки подрядить к Строганову в помощь. Еще один аут, теперь поближе к чужим воротам. Ударил здесь, кому достается мяч через СВО. Черемухин сразу заброс на Габарца, которого продолжает опекать только Петров. Лукомников. Пытка выноса мяча. Ну, чистый подкат или нет, давайте разбираться. Тайм-аут берет HSBC. Очередной фол против Корнаушевского. Пятое нарушение правил РСФО. Да.
Там, где пятый, там и шестой. Дружеский сам бьет. Хороший удар получился. Крицкий развернулся, остановился. Великолепно. 2-0. Борец идет по флангу. Ворота пустые. Черемухин начинает включаться к атакам HSBC. Здесь не было нарушения правил? Нет, нужно продолжать. Шестой фол должен быть как пенальти, 100%. Петров бьет. Черемухин. Меньше 3 минут играть осталось. Тайм-аут берет РСО. Вернулись команды на поле после тайм-аута, взятого РСО. Ну, что-то задумали. Какую-то комбинацию хитрую. Петров назад отыгрывает на вратаря. Свободный удар назначен в ворота РСВО. Да, второе касание вратаря. Мяч не пересекал центр поля. Для HSBC это шанс.
Продолжаем смотреть матчи HSBC и РСВО. 25 секунд остается до конца. Ну, здесь Корнушевский в очередной раз оказался на паркете, но нарушение правил не зафиксировано. Все так же 5 фолов у РСВО. Ворота свободные. Заталкивают игроки HSBC мяч в сетку. 1-2. Сокращают отставание. Седьмой пас. Слежов и Кучиев организовали гол. Ну, сейчас нужно мяч вырывать. Лезть вперед и рассчитывать, что соперник сфалит. Да, нужно было просто подержать мяч рядом с угловой отметкой. Сейчас получают контратаку. Луковников не удалось ему сейчас мяч обработать. А могло быть хорошо. Забить за секунду до конца — это всегда здорово. Три секунды до конца. Черемухин сам бьет. Все, финальный свисток 2-1.